Всем добрый день и добро пожаловать на мой канал. Давно не снимала видео, так как постоянно занята чем-то, и решили показать вот такую работу. Сделали с дочерью, можно сказать, совместно для сдачи. И, в общем, нужно за семестр. Здесь вот как бы, не знаю, как назвать, выгравированный, ну так, бабочка, книгу мы не задевали, так она и осталась. И открываем книгу, здесь у нас вот так оформлена интерьер, книга-шкатулка с интерьерной игрушкой. Здесь также сделана бабочка, как тиснением, что ли, нанесена. Не знаю я, как эта техника называется. Вот. Здесь достается мыша такая. Она держит свиток, и здесь у нее перышко в руке. Свиток обожжен. Ну и теперь приступим к рассмотрению крыски. Она изготовлена из ткани. Реснички куплены. Также вот немного мех. Шляпка и сапожки изготовлены из натуральной замши. Курточка тоже из натуральной замши. Здесь как бы вот имитировали шарнирные как бы вот лапки и передние, как бы нижние и верхние, что ли, передние и задние сгибаются. Здесь также каркас идет проволочный. Так выглядит наша мыша. Зубки сделаны из зубочисток. Здесь вот веки. Если присмотреться поближе, снимаю при вечернем, при таком неярком освещении. Возможно, искажение цвета и качества. Но дело в том, что завтра уже будет дочь сдавать эту работу. И сказала, что только после окончания учебы, то есть это через 2,5 года, только мы, если сможем увидеть ее, если не оставят у себя. Здесь хвостик также из проволоки, каркасный идет и обтянут тканью соответствующей, как и сама крыска. Вот такая вот у нас красотуля пока что еще живет, но завтра уже покинет наш дом. Здесь стянута мордочка, чтобы как бы вот морщинки переданы. Форма немного, если поближе рассмотреть. Вот такая вот крысуля идет у нас как зачетная работа. Здесь тоже наложено было вырезание и затушевано тенями. Внутри у нас затушевано идет тенями, а снаружи вот точно такая же бабочка, как и внутри. Идет вот здесь можно вставить фотографию вместо этой бабочки. Здесь вот эта часть цветка, можно вставить фото. И будет как книга интерьерная, ну как бы вот интерьерная такая. Вот. И здесь точно такая же бабочка, только уже под цвет букв в позолоте она. Всем спасибо за внимание. До новой встречи. Пока-пока.